Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши подписчики, клиенты и конкуренты. С вами из осенней Алании компания Arbat Homes приветствует вас, и я, Татьяна Пикер. Сегодня на повестке дня Махмутлар. Буду показывать вам дуплекс с очень красивой мебелью и техникой 2+1. Дуплекс находится вот в этом красивом доме, который сдали в эксплуатацию в 2017 году. Комплекс находится между двумя улицами. Это улица Ататюрка сразу же за комплексом и чуть-чуть пониже улица Центральная Махмутлара Барбарос. Местоположение вот такое бомба, потому что буквально в 50 метрах отсюда находится вторничный рынок, фермерский, свежие овощи, фрукты, одежда, специи. Как раз сегодня вторник, поэтому, дорогие мои, давайте смотреть с вами квартиру, и я так очень надеюсь, что она вам понравится. Мы в квартире. Я ее видела только на фотографиях, сейчас прошла, посмотрела сама. Конечно, да, такое не может не понравиться. Очень умная планировка, красивые обои, красивая мебель в стиле классическом. Дорогие мои, это у нас коридор, по традиции обзор с коридора. Очень нравится, когда пространство под лестницей, напоминаю, что мы находимся в дуплексе, с умом использовано. Как раз здесь у нас установлен шкаф. Это не просто пошли в магазин и поставили, этот шкаф сделан под заказ. Зеркальная зона тут, пожалуйста, присаживайтесь, одевайте обувь. Много различных полочек, там наши сумки. В этом шкафу находится стиральная машина. Вот, иди, можешь посмотреть. На второй этаж ведет лестница, у нас там один большой огромный санузел, родительская спальня и гостевая спальня. Я хочу вам показать, что с левой стороны от коридора находится ванная комната. Я заходить не буду, но, во-первых, это нестандартные размеры для любой планировки. Огромный, наверное, 3 на 3. Представляете, как кухня моя дома. И вот она, гостиная. Это у нас этаж 11, следующий этаж 12. Смотрим с вами дуплекс 2+1 и площадь 166 квадратных метров. Я пробежалась перед съемкой по квартире, мне кажется, здесь около 200, наверное. Это у нас зона отдыха, телевизор. Еще раз скажу, что все сделано в классическом стиле. Здесь вот такие вот интересные аксессуары, немножко с золотым обрамлением. Тоже и мебель, и ковер, и люстра. Все это настолько подходит друг к другу. Очень понравился также текстиль и цветовая гамма. Дорогие мои, квартира просто прекрасная. Пуфик, пожалуйста, если у вас пришло много гостей. Вот этот чайный журнальный столик очень хорошо вписывается как раз в середину вот этого пространства. Я не люблю журнальные столики, потому что половину зоны занимает, то ногой ударишься, то запнешься о него. А здесь, так как зона вот эта квадратная, он очень хорошо сюда вписывается. Телевизор новый, вообще все, что в этой квартире имеется, все новое. Дом года постройки 2017-го, в этой квартире до сегодняшнего дня никто не жил. И вы вот уже сегодня-завтра будете как раз первыми хозяевами этой квартиры. Еще что понравилось в этой комнате, то, что у нас гостиная и обеденная зона разделены на две части. В комнате очень много света, потому что есть два панорамных окна. И отсюда вы знаете, насколько красивый вид на горы, просто конфетка. Дорогие мои, и, наконец-то, наша кухонная зона, любимая зона для хозяек. Что здесь есть из бытовой техники? Вытяжка фирмы Vestel. Варочная поверхность, плита фирмы Vestel. Тут у нас посудомоечка, пожалуйста, все новое. И новый холодильник Vestel. Здесь даже вот такие вот напитки для тех, кто пришел посмотреть квартиру. Дорогие мои, на балконе мы будем с вами подводить итоги. Оставим это напоследок. Поехали на второй этаж. Из холла направо ведет красивая мраморная черная лестница на второй этаж. И сейчас мы будем смотреть. Мне очень понравилось здесь также обои и красивая вот эта вот картина с подсветкой, дорогие мои. Пойдемте. Поднимайся. Вот, дорогие мои, здесь есть такой еще квадратный холл, когда вы поднимаетесь на второй этаж. Что мы видим здесь? Трюмо, картину. Я бы, если была хозяйкой этой квартиры, я бы сюда поставила один большой живой цветок и большое зеркало. И сюда бы поставила небольшой пуфик. Но это мое мнение. Дорогие мои, я теперь нахожусь в спальне, в детской или в гостевой. Очень интересные
даже могу сказать, немножко агрессивные тона этой комнаты, но так все друг с другом сочетается. Мне очень понравилось. Шкаф, смотрите, какой тоже своеобразный. Имеются две кровати односпальные. И это все не близко-близко находится друг к другу, потому что площадь этой спальни огромная. Вообще в этот комплекс как раз славится в Алании своей большой площадью и комнат, и ванных комнат. Уже про балкон я вам ничего не говорю. Увидите сами своими глазами. Комната также обставлена в классическом стиле. Здесь у нас, можно это назвать рабочим или компьютерным столом. Темно-синий с золотом, дорогие мои, светлая плитка с серыми вкраплениями. Очень хорошо все с друг другом сочетается. Это у нас столик для макияжа и прекрасные шторы. Ой, боже, как красиво. Выход на балкон имеется. Шикарный вид на горы. Отсюда. Поехали в спальню другую. И следующая, последняя комната. Закрываем дверь. Это зона родительской спальни. Слева у нас туалет. Я не удержалась, просто не войти туда. Вы должны увидеть эту площадь, смотрите. Во-первых, мы видим, что это очень большая квадратура. Сантехника, вот эти вот детали тоже, конечно, очень радуют. Большая просторная душевая кабина. Вы знаете, иногда вот такие вот маленькие бывают кабиночки, где даже не, нормально душ не примешь. Зеркало с ледовым освещением тоже такой шарм придает этой комнате. И в каждой ванной комнате имеются вот такие ниши. Вы можете сюда какую-то красивую статуэтку поставить или хотите крема, мази, все, что вам нравится. Кондиционер у нас здесь. Это очень удобно, потому что не бьет не прямо на кровать. Итак, вот ты можешь до конца отойти угла, чтобы видно было, насколько большая. Вы видите, да? Вы видите, обычно бывает шкаф, сразу кровать и сразу выход на балкон. А здесь просторы, так просторы. Ой, вы знаете, я обожаю вот эти вот детали на кровати. Кровать у нас king size. Единственное, чего не хватает, знаете, вот на этом подносике два бокала и бутылочка шампанского. Я хозяину скажу в следующий раз, пусть обязательно поставит. Очень радует вот этот вот шкаф и качеством, и вместимостью. Здесь у нас полки-полки. И в четырех секциях мы видим вот такое стекло. Там также очень много полок. Очень понравились здесь обои. Хорошо, что темный ковер с бежево-зелеными рисунками, с цветными попугаями у нас обои и бежевый текстиль. Боже, как все красиво и со вкусом. Люстра отличная, потолки высокие. В каждой комнате, я сказала, есть кондиционер и ледовое освещение, дорогие мои. И вот этот трюмо, или как подсказывает оператор, столик для мейкапа помолодежней, тоже очень стильный, не скажу, в классическом стиле. Очень отлично вписывается в эту квартиру. И имеется вид на выход на балкон. Напоминаю, что все стороны выходят на север. Моя самая любимая сторона. Здесь вам будет летом не жарко, а зимой не холодно. Не хочется прощаться с этой красотой, но эфирное время ограничено. Я снова спустилась на первый, на 11 этаж, вернее, чтобы подвести итоги с вами на вот этом большом, огромном балконе. Посмотрите, я не знаю, у каждого своя фантазия. Нужно как-то... Что даже на этой площади можно сделать, я не представляю. Целый, как бассейн, дорогие мои. Вот эта красота, конечно, незабываемая. Итак, закругляемся с вами. Комплекс был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Дуплекс, в котором сейчас мы находимся, абсолютно новый, с новой мебелью, с новой техникой. 166 квадратных метров, стоимость квартиры 140 тысяч евро. Это вполне адекватная цена для этой квартиры, для этого качества и вот для этого вида. Находимся мы в Махмутларе, между улицами Ататюрка и Барбаросса. И рядом вторничный рынок, буквально одну или две минуты до рынка. На первом этаже с улицы Ататюрка в нашем комплексе находится сетевой Market Beam. Не нужно лишних слов, вы знаете, как это вкусно и недорого, дорогие мои. Айдат составляет 150 лир. Почему 150 лир? Потому что здесь два лифта, здесь есть инфраструктура летняя и зимняя. Это открытый бассейн, тренажерный зал, это парковка, это вход с двух сторон, и с улицы Ататюрка, и с восточной стороны к нам в комплекс. Это сауна, хамам.
Это паровая и все, дорогие мои, 140 тысяч евро, 166 квадратов квартира выходит на север, на красивые, величественные Таросские горы. С вами была Арбат Хомс, Татьяна Пикер. Пока-пока. В этом шкафу находится стиральная машина. Такие две полу... Как это называется? Духовая, газовая. Нет. Варочная поверхность. Такими...